У ефірі програма «Новини регіону». У студії Катерина Градницька. Вітаю вас і сьогодні у випуску. Глядіть. Тімінує ще раз. У Могильові знову об'явлені оранжевий узровень небезпеки. Ад і да. Кольки буде коштувати собрати школьника? У облвиконкамі підлічили споживецький мінімум. Распрацавали у обласным центры перепись насельніцтва Беларуси у 2019 годе пройдзе под логотипом Могилючан. А теперь больше подробязна. Крыху меньше за два тыдні застаецца до уступления у силы указа президента Республики Беларусь об державной подтрымцы громадян при будаўніцтве реконструкции жилля. У додаток до існуючай системы вводится новый вид подтрымки державные адресные субсидии для громадян, якія мають потребу у поляпшэнні жилевых умов. Згодна документа, субсидии будут давать на выплату участки процентов за корыстание кредитом те его основной суммы. Кредит на будовництво жилья можно отримать и у коммерцийным банку, однако на субсидию треба иметь правы, якія прописаны указом президента номер 13 от 2012 года. По республике вызначены 46 домов на 4000 кватер, где и смогут побудовать кватеры громадяне. До речи, на Могилевщине у первом полугодии организациями усіх форм уласности побудовано каля 2000 новых кватер. Уведено больше за 140 тысяч квадратных метров жилья. А непосредственно для громадян, которые имеют потребу, уведено 67 тысяч квадратных метров, что амаль 50% от агульного объема. Перепіс насельніцтва Беларусі у 2019 годзе пройдзе пад лагатыпам, які распрацавалі ў Магілёве. У Нацыянальным статыстычным камітэце Беларусі падвялі вынікі конкурсу на лепшы слоган і сімвал, маючы адбыцца кампаніі. У якості логотипа перемог малюнок створений работниками статистичного управления Могилевской области. Причем его авторами стали не профессиональные дизайнеры, а аматоры. Главный экономист отдела статистики Наталья Круталевич и начальник отдела демографической статистики Алена Красовская. На логотипе от Могилевчан намалевана карта Беларуси, национальный орнамент, кветки и люди. Логотип уже накировали у друкарню. Обрали и лозунг перепису 2019-го. Ён гучит так. Погляд на сучасность – крок у будущую. Его пропоновало юридичное управление Белстата. Нагадаем, апошний перепис насельництва в Беларуси проводили у кастрычнику 2009 года. По его выниках у Могилевской области налишивался 1 099 374 человеки. З их 514 тысяч мужчин и 584 тысячи женщин. Как изменилась демографическая ситуация в регионе, покажет перепись насельництва в 2019 году. До тиробления льна приступили у сельнозаводы в области на Могилевщине. Нагадаем, их 4 у Хотимску, Горка, Шклове и Мстиславе. Культуру, якую называют еще белорусский шоук, вырошивают только заводы и на площах, что рандуют у сельгаспредприемствах. Терабить лен значит рвать его с земли разом с корнем. По словам специалистов, льно-соломка будет лежать на поле, покуль не перетворится у льно-трасту. При сприяльных умовах теплое надворье и ранешняя роса проз два тыдни можно будет сбирать культуру у рулоны для дальнейшей перепроцовки. Летость, до прикладу, за засухи процесс вылеживания тягнулся месяц. Если хороший лен, то его несложно убирать. А если где полеглый, то покрученный, смотря погода. А если длинный хороший, то его хорошо убирать. Насенье еще не поспело. Лен убирают, как кажут, на зелянец. По словам аграриев, это технологичный прием, який на тротину дозволяет вогуле скоротить термин уборки белорусского шоуку. Специалисты докладняют, минавито на этом поле лен посеяли на проконце красовика, потом ударили морозы, что поплывало на развитие рослин. Меж тем долгунец вырос недренный. По сравнению с прошлым годом это видно урожай. Ну, это достойно. От 80 до метр, ну, в общем, это 10, это считается, это оптимальная, это длина, это при которой можно получить это положительную, это рентабельность, это производство. От возделывания, от условий льна, от приготовления, это льно тресты, от уборки, от хранения и от переработки. Вот это именно, в общем, это составляющая, это что влияет на качество льна.
льноволокна. Мы приступили до уборки этой фазы, это зеленой спелости. У Могилевской области лен посеяны на площади около 8,5 тысяч гектаров. Его тирабление только почалося. На некоторых полях культура еще поспевая. Татьяна Сергійчик, Віталь Алексеенко. Новини региона. Могилевские ляльки поедут на международную выставу в Астану. Это только один из направлений реализации сувениров Могилевской фабрики мастацких выработок, как частки концерну «Бел мастацтва промыслы». Специализация фабрики менавіта на сувенирах соломки и льну, которые користаются попытом и ценятся не только в Беларуси, але и за мяжой. У месяц тут выпускают продукции на 25 тысяч рублей. Мы берем льняные нитки и крутим. В две веревочки, в три, ну, разной толщины. Потом вот на болванку берем бумажку и накручиваем. Потом они получаются такие пустотелые заготовки, их потом собираем. Процесс нараджения ляльки от заготовки до кончаткового вынику довольно працаемкий, хотя за смену майстер вырабляет около 10 штук, а то и более. Теперь у майстрицы горячая пора. Коллекции по профессиях с национальным колоритом накируются по гандлевых объектах Беларуси и выставах. Сувениры под замову – основный заработок для фабрики. Предприемство пережило тяжкие часины, але теперь справы налаживаются. Коллектив обновляется, працовать приходит молодь. Я здесь на практике. Мне очень нравится, и меня уже пригласили сюда в дальнейшем на отработку. Я только за, мне это очень близко по духу. Я сама занимаюсь резьбой по дереву и керамикой, и собираюсь связать свой дипломный проект с куклами, поэтому для меня это очень большой шанс набраться опыта. На фабрице працуют пошивочные и сувенирные цехи. У концерне никто, окромя Могилевской фабрики, не працует с льном и соломкой. И на это робят ставку, коли распрацовывают сувениры. За месяц тут выпускают около 100 видов продукции. И куклы, это очень широкий ассортимент, и куклы, и птицы, и вымпела, и салфетки, и разные фигурки. Очень много делаем ангелов, фигурок по профессиям, которые сейчас пользуются спросом. Делаем очень много кукол в традиционных одеждах. Куколки появились с флажками, с белорусским, с белорусско-российским. Ну, время диктует свое, поэтому стараемся, идем вперед. И, слава Богу, живем, и промыслы наши живут. Могилевские сувениры добро ведают не только в Беларуси. Частинку областного центра, якая заховывает тепло рук наших майстриц, с задовольнением увозят с собой туристы из Китая, Вьетнаму, Прибалтики и России. Кристина Кранкевич, Александр Тарасов. Новини региона. Припиночный пункт «Могилёв-Техмонтаж» в областном центре по улице Космонавтов у накерунку площади Космонавтов будет часово закрыты. На месяц с 27 липеня и до 25 жнивня. Это связано с работами по доброупорядкованию территории шматкватерного жилого дома, который будуется недалек. Про это поведомили у Могилёвском гарвыканкаме. У Уголовному управлению гандлю облвыканкама подлечили, кольки будет каштовать споживецкий набор для школьников. Нагадаем, с 1 и по 31 жнивня у Могилеве распачнется активный гандаль школьными товарами. Место размещения кермашу в областном центре – пляцовка побач с гандлевым центром «Парк-Сити». Заявки на удел у кермаши подали больше за 70 субъектов господарения Могилевщины. Это и организации, и индивидуальные предпринимальники. Им рекомендовано гандлевать с минимальными надбавками, широко пропоновывать кредиты и растерминовки, а так само применять специальные картки для шматдетных семей. Облвыканкаме подлечили, что минимальный споживецкий набор для навученцев молодших классов складе 247 рублей, а для старейших классов от 300 до 583. Сюда уваход ходит школьная форма, обуток, канцелярский набор и навод бялизна. Школьные мини-кермаши плануется проводить и у районных центрах. У Бобруйску гандлевать почали с 15 липеня. И про надворье. У ночь за уторка на сераду в столице Беларуси Минску выпала рекордная за всю историю назирания колькость опадков. А вось на Могилевщине, как поведомили у облгидромет и центры, умеренный дождь был только у Клишевском, Бобруйском и Кировском районе. По оценке специалистов, у Могилеве прошли неинтенсивные опадки. Тем часом на 26 и 27 липеня синоптики прогнозуют прохождение по территории Могилевской области активного атмосферного фронта. И он может принести навальницы, мощные ливни и шквалистый ветер до 15-20 метров за секунду.
Еще больше новин на нашем сайте tvrmogilev.by. А я с вами развитываюсь. До встречи в эфире. We'll be right back.